всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, сок яблочный Арифуси. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровкайтесь. Привет, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали новых монстров, которые будем убегать, смотреть на них и мочить. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, это очень смешные монстры, они какие-то очень странно выглядят. Надеюсь, вам понравится. Первый монстр. Название какое-то у него странное. Анксиус Док. А он дамажит? Нет. У него какие-то красивые очень зубы. Нет, он дамажит, пацаны. Знаете, он дамажит того, кто его дамажит? Да. Его, короче, нельзя бежать. Это обидчивый монстр. А нет, он и меня дамажит. Так, ну что, давайте... Ай, он больно бьет. Да? Поскольку он хп забирает? По 30 хп за раз. Ого. Он кушает. Видели, анимация есть еды? Да. Мочите его, пацаны. Достаем пулемет и мочим. А, ну это... Вот же пара. Смотри, как надо. Все, убили, пацаны. Мы это смогли. Так, их почему-то два. А, это был обычный, а вот и киллер. Ладно, давайте, у нас их очень много, посмотрим остальных. Вот и этот монстр, я не знаю, они продублировались вместе с теми. Будем тоже их вкратце посмотрим. А он просто какой-то буйвол вонючий. Убивайте. По жопе ему стреляйте. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, красавы, красавчики, убили его. Так, этого челепиздрика мы видели, этого тоже. Тех, которых мы не видели. А это вот этот вот. Смотрите, какой он. Он невидимый становится? Нет. О, страшно. А куда он улетает? Подождите, он хватает и убивает, что ли? Давайте проверим. А ну меня. Он за мной бегает. Он убил меня. А, они вернулись, а те, которых я поставил, они повозвращались. Так нечестно. Так честно, молодцы, ребята, следующий. Goodbye. Название за себя говорит. Я тебя избавил от мучения. Подождите, это у вас тоже он мерцает? Да. Странный NPC. Это неадекватный. Так, убили его сразу. Так, давайте, у нас еще есть киллер. На тебе сразу. Ой, собака. Мы потом сможем в них вселяться. Да, попробуем в него вселиться? Так, ребята, а он невселяемый. Я просто... А, другой игрок в него вселился. Да. Прикольно. А ну, замочи меня. Он сразу убивает. Просто с одного выстрела. Удара. Ой, спасибо, я думал, как сюда залететь? Так, давайте следующего. А этот был... Вот этого мы не видели. Ой-ой-ой. Черный череп. Это реально какой-то кусок говна. Мочите его, мочите. Какой-то слизень. На. О, да. Он маленький стал. Холлэмен. Это... О, это кто? Давайте его рассмотрим. Подождите, у него дырявое тело? А у вас тоже жизни тратится или нет? Да, он дамажит, когда ты его берешь. О, а, говно, какой-то... смотрите. Так, давайте другого поставим. Подождите, тут есть другой. Холлэмен киллер. Он меня притянул и убил. Ой-ой-ой. Ой, это прикольный, кстати. Вот этот мне нравится. Надо, короче, будет с ним записать какие-то прикольные режимы. Мне интересный персонаж очень. Это он умер или стоит, готовится? Ого. Так, пацаны, ну хорош, дайте я подойду к нему. Так, давайте еще раз поставим. Да ну хорош меня мочить, дурачок. Короче, он какой-то реально очень жестокий, да, мужики? Давайте его убьем уже. Мочите его. Давайте его кровавым поносом запилим. Ну, нет. Постоянно жизни тратится без причины. Все, давайте другого. А то вы сейчас друг друга будете убивать. А вы не поверите, но сейчас будет следующий монстр. Хуманоид Раббит. Это заяц. Это какой-то бешеный заяц. Я его видел. Смешной заяц. Он забагался. Подождите, дайте я другого поставлю.
Он запрыгнул в потолок. Пацан, он за мной, он за мной. Ого, он прыгает. Нифига себе. Страус какой. Прикольно, мне нравится. На, промахнулся. Он мочит или нет, я так и не понял. Так, дайте ему, дайте ей этот, чтобы он меня замочил. А ну давай, мочи меня. Он труп мой ест, смотрите, голову откусил. Ах ты псих. Он еще прыгает как бег. Да, надо его в воду заманить. Захавал чувака еще одного. По жопе ему стреляйте. Вот, смотри, я в воду. В воду тоже прыгает. А что он может сделать? Он просто прыгает. О, пропади по нему через воду стрелять. Больше не прыгай. Так смотри, прикольно выпрыгивает. Мне нравится. Давай, иди сюда. Неожиданный монстр. Как котопёс прыгает. Так, давайте его мочить уже. Очень наглый что-то, заяц. Давайте возьму монетку. Ладно, армейский пистолет. Мы не успели тебя спасти. Так, следующий у нас. Этот был. О! Мод. Хмен. Чмон. А что это за летающая этот? Летающая мышка. Что-то за Бэтмен недоделанный. Он за мной. Ого, прикольный. Представьте, им поуправлять, как он прикольно летает. Давайте попробуем им поуправлять. Я им управляю просто. А ну. И что он делает? Вот он прыгает. Так. На шифте он вот так вот бегает. Офигеть. Ты летаешь? Да, убивает. На левую... Во. А ну давай. Уго, у тебя зубы. Ты это муха какая-то черная. Это муха. Ну? Я не трачу. А ну выселись с него, пусть он нас помочит. Как он будет себя вести? Искусственный интеллект. Так, давайте я переставлю. Все-таки мне интересно, что он будет делать. Давайте. Так, он просто летает за нами, да? Ай-яй-яй-яй. Дамажит, смотри, какой быстрый. Офигенные монстры. Самохопорка ведь. Я сейчас, короче, возьму монетку, замочу его. Монетка... Эй, ты чё? Димас, ты его не поймал. Поймаю. Это муха. Давай. Награл. Попал, смотри. Это наше. Это было чё? Ну, обстоятельства. Так, пацаны, теперь какой-то очень смешной. У него голова какая-то странная. Жувачка, это жувачка, которая под партой. Странно его сделали. Он головой, да, бьет, получается? Да, да. Пусть он замочит меня. Мочи. Нет, ладно, уже не хочу, я передумал. Димас, иди ко мне. Он прикольный. Я просто виляю, он не может попасть по мне, когда ты виляешь. Я ему... Все. Тихо. У него жизни мало было, пацаны. Старался. Так, есть вторая версия этого чилипиздрика. Давайте посмотрим. А, это просто... Да, это он вроде одинаковый. Да не, видите, у него... На, извините, пацаны, кто попал под горячую руку. Сталинер Синема. Может, не так прочитал, но вроде так. Что это за человек сосиска? Нормально дамажит. Он присаживается на корточке. Не убивайте даже с одного раза монетка. Нормально. Красавчик, красавчик. Вот и все, ты смотри, разошлось. Обстоятельства. Так, давайте... Давай что-то пожестче. Пожестче. На тебе какой-то носоронок. Клюв какой-то у него, да? Команда, у которого нет крыльев. Вот, убивай меня. Он тебе нас клювиком чилинкс. Мочим, мочим его. Ого, красава. Извините, обстоятельства, я понял. Так, вторая версия этого чилипиздрика. Эй, слышь, ты... Он пусть наколет меня, мочи. Ну? Ну, давай, бомж. Да у тебя
Как камушек пробивать? Нет, вот него кто-то вселяется, скорее всего. Не? Не хочешь, да? Ладно, это вторая версия, недоработанная. Так, вот это чилипиздрик, что он делает? Как нарисованный какой-то. О, прыгает. Эй, ты что делаешь? Да случайно в голову, он прыгнул, я в тебя попал. Убил меня. Я думал, он добрый, а он злой. Че, сколько у него жизни, интересно? Ой, нормально, это полет норм. Хорошо, давайте следующего проверим. О, с пилами, смотри. Ого, ты шустрый. Прикольно пилит. А где он? Он прыгает. Блин, запилил меня так резко. Так, я тебя отомщу. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Пацаны, его убил или нет? Да, убил. И нас два раза еще. Да. Ну норм. И не трудно, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!